Привет всем! Сегодня мы приготовим котлеты из куриной грудки. Для этого нам понадобится курица нарезать кусочками, чеснок. Кто не ест чеснок, можно и лук. Я сделаю когда с чесноком, когда с луком. Приправа, соль, одно яйцо, майонез и мука. И сейчас мы будем это все смешивать. Размешиваем хорошо, чтобы яйцо размешалось. В полученную массу мы добавляем муку. Я добавляю понемножку, чтобы не перебавить. Я думаю, этого количества муки, здесь где-то 1,5 столовой ложки муки, я думаю, для этого массы, для одной куриной грудки это достаточно. На разогретую сковородку наливаем масло, налаживаем эту массу ложкой, обжариваем, и получаются вот такие котлеты. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.